Уже 9 лет каждый третий четверг месяца жители Южной Пасадены и близлежащих районов собираются, чтобы приготовить буррито для обитателей Скид-Роуд, самой опасной улицы Лос-Анджелеса, населенной бездомными. Начинали они со 100 буррито, потом было 200, затем 500. В этот раз в планах приготовить 1000 буррито за 35 минут. Это не обязательная цифра, скорее для веселья и соревновательного духа среди команд, которые заворачивают в мягкую лепешку начинку – рис, фасоль, овощи, соус сальса. В эти буррито не кладут мясо, чтобы они не испортились и были съедобны на следующий день. По словам волонтеров, буррито не только питательное блюдо, но и удобное для транспортировки и раздачи. Кульминацией всего процесса предшествует длительная подготовка. Нужно разогреть 1000 пшеничных лепешек, известных как тортильи, и сварить заранее десятки килограммов риса и фасоли. Кухня у меня дома размером с этот стол, и я варю фасоль в этих громадных кастрюлях. Это занимает у меня несколько часов. Создатель проекта Алан Пинелл по профессии преподаватель латиноамериканского танца сальса. Он говорит, что 1000 буррито обходится примерно в $600-800. Деньги поступают в основном от пожертвований, но местные рестораны и бизнесы нередко предоставляют бесплатные продукты. Алан хочет вдохновить жителей других районов Лос-Анджелеса и даже других штатов на подобные проекты. А для тех, кто сомневается в том, что это поможет решить проблему бездомных, у него есть история про морскую звезду. Маленькая девочка шла со своим дедушкой по берегу моря, на который волной выбросила большое количество морских звезд. Она поднимала каждую из них и бросала обратно в воду. Тогда дедушка сказал ей: «Ты же понимаешь, что не сможешь спасти все звезды. Их слишком много». На что девочка ответила: «Я могу помочь этой конкретной звезде». И для нее это очень много значит. И вот 1000 буррито готово. Волонтеры отправляются на Скид-Роуд, где вместе с едой раздают воду, одежду и предметы гигиены. How do you like your burrito? It's delicious. Этот буррито такой вкусный, мне очень нравится. Это дар Божий, потому что я очень проголодалась. Здесь нет правила. Один буррито в одни руки. Даешь, пока тебе не скажут «хватит». Обычно ты идешь по этой улице и думаешь, что на тебя нападут и тебя ограбят. У Skid Road определенная репутация, но сегодня они нам благодарны, говорят спасибо. Волонтеры признаются, невозможно накормить всех. Но, по крайней мере, сегодня кто-то не ляжет спать голодным. Евгения Дюло, «Настоящее время Америка», из Лос-Анджелеса.